Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Сейчас мы расчешемся. Я думаю, много чего изменится на чистые мои волосы. Знаете, когда я сплю и заспал какую-то сторону, то, конечно же, расческа мне очень поможет вот этому лечь. Понимаете? То ли так сделаешь, то ли так. Разница огромная, понимаете? То ли так, то ли так. Вот какая разница? Смотрите, вот так вам больше нравится. Вот будем теперь так. Смотрите, как идеально расчесалось просто. Два раза в день в ванной волосы моются, два раза в день пахнут таким парфюмом, от которого все спрашивают: боже, что у тебя за парфюм? Я пришла домой, и тобой пахло. Это Баккара Руж. Парфюм очень дорогой, известной марки. Вот мне его подарили. Я пошел в Киеве магазин, и она мне показывает. Типа, вот она, Баккара Руж. Концентрат, как у вас, типа, это все. А я нюхаю, запах не такой вообще. То есть, а цена там 6 тысяч, представьте. Все перемыто, еще не убирал в столы, некогда было. Сегодня целый день проездил. Спасибо Виталику, выбрал я линолеум, выбрал порожки, выбрал все эти заглушки, хирушки, купил новую люстру, последнюю комнату, лампочки к люстре. В общем, плинтуса. И привез вот эту елку. Пока поднял, конечно, аж, знаете, почка прихватила. Выключено у нас отопление, ребята. Авария в доме. Прорвала огромную трубу. Батареи холодные, не греют. Ну, в принципе, ой, как красиво. Смотрите, как разноцветными. Разноцветные огни. Смотрите, как красиво. Боже мой. Это какая прелесть из окна, я вам передать не могу. Насколько я люблю свою квартиру, насколько тут такие картины, старая мебель, дорогой мраморный камин за $5,500. Вот. Прочитал я ваши комментарии по поводу того, что та квартира такая шикарная, Самвел, переезжай. Наконец-то, заживи для себя, заживи счастливо, красиво, в такой красивой квартире. У тебя же там, знаешь, я живу в сарае, понимаете, у меня шторы стоят, извините, 100 тысяч гривен только шторы одни стоят. Понимаете? Неужели вы считаете, что я свою квартиру, вот эту, травертин, вот эту стиралку и сушилку, золотую раковину, на ровную плиту, свою ванну, понимаете, поменяю на ОТО. Неужели вы считаете, что я вот это, свой унитаз родной, который, кнопку с Ютуба, понимаете, променяю на ОТО, что в той квартире? Вы так думаете, вот эти люстры, которые я заказывал, ждал их месяцами, эти люстры, переживал, которые проходили растаможку и все на свете, вот это я все побросаю и перееду в ту квартиру, вы серьезно, брошу свою софу, брошу свою витрину шикарную, подсвечники, картины, все, керамогранит, вот этот ротанг старинный, недодранный Томасом, что ты делаешь? Я брошу и перееду туда, свою вот эту кухню я брошу и поеду в ту. Вы серьезно? Вы считаете, что я вот это должен оставить? То есть это плохо? Заживи, наконец, Самвел, для себя. То есть что мне надо сделать? Бросить это, уйти туда? Там лучше? Ну, что же сделаешь? У каждого свой вкус. А мне здесь лучше. И здесь мне места вполне предостаточно. Здесь звукоизоляция. Здесь шикарный... Шикарные люстры, потолки, шпаклевка, картины, кровать. Я брошу за 50 тысяч, за 55 тысяч, и вместе с каркасом 100 тысяч я брошу кровать, поеду туда на кровать из Икеи или из Юска. Вы серьезно так считаете? Спасибо, конечно, за желание мне жить лучше, но лучше некуда. Ребята, лучше некуда. Я эту квартиру не брошу, я ее люблю. То есть, поедь туда, живи наконец-то нормально. Ты сделал там такой ремонт, доклеивай линолеум и переезжай туда. Заживи наконец-то нормально. Ребята, я нормально живу, спасибо большое. Я живу нормально, меня, знаете, как-то керамогранит устраивает по 1700 за квадратный метр больше, чем ламинат за 200, то есть линолеум тем более. И как бы травертин, натуральный камень, меня тоже устраивает, знаете, больше, чем эта плитка, которая по 200 гривен.
непонятного производства. Бачите, что деньги сделали с человеком. Бачите, что деньги испортили такого человека. А это деньги, это вы испортили меня. Это ужас. Я побросаю, блядь, люстры, побросаю все, поеду туда. Бо там она больше. Бо тут 50 квадратов, а там 75. Ох ты, на одну комнату больше, я туда поеду. Не-не, ребята, спасибо. Мне нравится вот мой вид из окна. Вот моя красота. И вы хотите, чтобы я вот это оставил и пошел туда. Я сраку! Вот церковь, колокольный звон. Вы слышите? Пьяна вишня. И я. И гляньте, какая красота. Борис Альбертович, спасибо, дорогой вам, за такой красивый город. Боже, сколько делается, сколько еще сделается. А какие у них планы шикарные, я посмотрел видео. Ой, о чем и тут речь. Так что, ребята, спасибо, конечно, вам большое за беспокойство, за пожелание жить лучше. Но я вам реально говорю, лучше некуда. Уж лучше ремонт, уж лучше, чем тут шпаклевано, уж лучше, чем тут наклеено, уж лучше, чем я сюда придумал. Честно говоря, я не придумаю. Лучше того, что я воплотил в эту квартиру, я не придумаю, честно говорю. То есть здесь воплотились все мои мечты. Все. Понимаете, воплотились все мои мечты. И жерло. Я брошу жерло, брошу все, понимаете? Брошу вот это все и пойду туда. Угу, наслаждаться. Видом на Карла Маркса, да? Томас. Мы что, с тобой лохи? Спасибо. То ли я свои двери, то, что мне душой предначертано. Я буду бросать и туда идти. Не-не, спасибо. Мне тут нравится, я тут делал все-все, молдинги, розетки, все на свете, шкафы встроенные, кровати, шторы, все под мой размер. Я буду тягаться, люстры, каждый сантиметр, за каждый сантиметр моя душа думалась, как вот тут будет, как вот тут, как сойдется, как разойдется, как под этим, как под тем. Это я все брошу и поеду туда. А сюда квартирантов, да? На мою софу. Хера, хера. Меня спрашивали квартиру продать, писала зрительница, хочу купить именно вот эту квартиру. Я сказала, она очень дорогая, 200 тысяч долларов. Пожалуйста, если кто хочет купить мою квартиру, вот эту, со всем, что в ней есть, кроме картин и люстр, ну и часовую, вот и там, ну, в общем, пустую квартиру, только с камином, книги могу оставить. Пустую квартиру, вот кто хочет купить, 200 тысяч долларов. Потому что та работа, которая тут произведена, ну, имеется в виду с кухней совсем, кроме вот витрины, софы, мебели, картин, люстры сниму, кондиционер останется, жерло останется, все, вот кухня останется, холодильник, стиралки, сушилки, раковины, ванны, все останется. Снимутся картины, люстры, мебель. Все. Даже вещи оставлю в этом. Пожалуйста, 200 тысяч долларов. Я завтра уйду отсюда. И шторы оставлю. И шторы оставлю. Оставлю кровать, матрас. Вот кровать, это 4 тысячи долларов. Шторы, он 4 тысячи долларов. Вот это 5 тысяч долларов. Вот и считайте, уже 15 тысяч долларов. Только вот три вещи. Шторы, кровать и камин. Вот это оставлю. А мебель сколько стоит? А сама квартира? А вид из окна какой дорогой? Вот, печенье подарю, кому надо. А котика заберу цього. Цього не отдам. Не отдам. Вот, пожалуйста. Ходя, ходя. А Томас останется. Томас останется в квартирке. Да? Буду не мотать нервы другим хозяевам. Не, зайчик. Не, тебе за миллиарды не отдам. За миллиарды тебе красивого не отдам. Нет, нет, нет. Ты только со мной. Ты со мной. Ты со мной, зайчик. Да. Ой, аж с ума сходит. Так любит, когда его полностью гонит. Еще, еще. Еще, да, да. Да, 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 да. Да, зайчик. Да, мой красивый. Да. Да. Так что, ребята, выбрал. Не, шутки шутками, конечно, но спасибо, что
Как бы это, ребята, ну вы хоть думаете, что пишете? Куда я со своей квартиры, извините, я в ней не нажился. Она у меня как шкатулка с сокровищами. Я ее брошу, поеду вот то. Ну вы о чем говорите? Ну вы о чем говорите? Я вот это брошу, поеду туда? Хоть думаете? Иногда. Иногда думаете. Так, сейчас надо собирать елочку, ребята. Так что в эпицентре сегодня целый день. Ну, не целый день, часа три, наверное. То люстру выбрал, то выбрал. Посмотрите, потом покажу люстру, какую. В понедельник мне привезут линолеум весь. Линолеум, скажу, выбор, отвратительный выбор линолеума. Сказать, что много разного, нет. Какой-то по 250 гривен квадратный метр, по-моему, я взял. 70 или сколько-то, 78 квадратов, по-моему. Вот, ну там получилось на 20 тысяч, по-моему, линолеума. Плюс взял эти все, как сказать, плинтусов уже до хрена, порожков алюминиевых до хрена, заглушки, хирушки, вот это взялось. Вот. Ну, тоже так оно все. Все деньги. Там просят, ой, квартиру. Если тысяч за 6 будешь сдавать, я сниму. Не, ребята, за 6 ее никто сдавать не будет. 8 тысяч. Сдается квартира на другом берегу, не в центре, а вот там на Солнечном, где Света с Артемом жила. Так вот, за 8 тысяч ее сдают. Двушку без ремонта, без нормальной кровати, под которой табуретка внизу, понимаете, стоит под кроватью. Без нормальной мебели, без нормальных шкафов, без нормального, извините, туалета, без нормальной ванной. Сдают за 8 тысяч двушку, не в центре. Плюс отопление, плюс все остальное. Так вы хотите, чтобы та квартира, которую я куплю новую мебель, которая, во-первых, трешка. Не та коморка папы Карла, понимаете? Где дебильная соседка снизу живет и на каждый шорох жалуется. А шикарная квартира. В самом центре города. Вы хотите за 6 тысяч? Ну, может кто-то другой? Ну, не я. Да, Зайц? Где ты кричишь? Где ты кричишь? Бачил, який торт? Як на игре не пішов, хорошо торт. Оказалось, що поганий зробив СМЛ. На игре не поїли. Ой. Ой, ребята, елку собирать, конечно. Тяжело еще надо. Мама там звонит. Надя мне пишет. Звонит мама. Тут стоишь на кассе, выбираешь все это, оплачиваешь. Звонит. Раз. Сбрасываю. Мама, я занят. Два. Три. Потом Надя пишет. Купи маме лекарство. Маме лекарство надо. Понимаешь? Мама мне вчера звонила. Купи лекарство. Это ж дивится, что я езжу на игрень. Каже, у меня то, пластинку начала с инжарди. Пластинка там на 5 дней, по-моему, или на 4 дня хватает. То есть у нее на 3 дня этих таблеток есть. И она звонит уже Наде, уже любым путем, Самвел на игрень. Ну, ёб твою мать, что это такое? Ой, господи помилуй. Так что, ребятки, не, спасибо. Мне моя квартира нравится, это моя душа. Я вложил сюда именно свою душу. Все то, что я хотел. Даже Вова, шикарный дизайнер, который мне шикарно высчитал, даже вплоть до того, откуда ложить кафель, какая длина должна быть, чтобы вышло там хорошо. То есть он все это просчитывал, Вова. Вот эти швы, как чтобы срез был не узенький, как чтобы вот тут оно сошлось. Все было рассчитано Вовой. Он молодец, все вот это вот рассчитал. Ванна, чтобы влезла, чтобы плитка подошла. Все рассчитал. Но вот это все... Вот это все. Шторы, цветовая гамма, витрины, картины, молдинги, херолдинги. Все вот эти вещи, предметы интерьера, извините, выбраны мной. И Вова, насколько талантливый человек в этом смысле, он говорит, я не мог себе представить, что вот так получится. Все вот эти люстры, все вот эти штуки. Он говорит, я даже не знаю, как у тебя это получилось, вот как так. А так, это называется художественный вкус. Это называется чувство вкуса, чувство к прекрасному.
Ну, кто чем наполнен, понимаете? Вот если я покупал вот это с мальчиками, я знал, что это станет бра, вот это мне надо два бра, мне надо они именно вверх висячие, я знал, что мне надо. То есть я знал, что я покупаю. Поэтому у меня так и получилось. Ну, я сюда вложил, я по-другому скажу честно, вот если делать еще квартиру, еще 5 квартир, я не захочу в стиле хай-тек, я не захочу в стиле каком-то, не знаю, скандинавском, я не захочу другие какие-то цвета, не захочу. То есть тут меня все устраивает. Я 5 квартир сделаю, если буду делать для себя, я буду делать только так. Мне не надоело пока. То есть я живу, и мне не надоело. Я чего и вам желаю, чтобы вы жили в интерьере, которым вы живете, который вы создали, и чтобы он вам не надоедал. О, еще мне надо вот сюда. Три плафона. Что-то, что не знаю, что. Простые лампочки не хочу. Вот то, что еще не нашел. Представляете, вот еще не нашел. Вот сюда не нашел. Не сделан вот этот домофон. Я все хочу, никак не дойдут руки, я сделаю. Не дошло свет еще над раковиной, там есть у меня, над зеркалами. И не дошла еще система по очистке воды. Вот это вот те 4 элемента, которые не доделаны. Вот это, вот то видеонаблюдение. Вот там свет и... Вода, вот это еще не доделано. А картины, все это, ребята, все это красиво, реставрировано, сделано, понимаете? Я с этим возился, носился, выбирал, ждал, переживал. Для чего? Это все бросить, оставить каким-то квартирантам? Не уж, извините. 200 тысяч долларов, вот, забирайте. Ой, ладно, ребятки. Хорошего вам вечера, хорошего настроения. Трошки полежу и буду елку собирать.